А я сегодня вот такой, у меня образ вот такой. Вот, тут хвостик у меня остался, вообще козиный хвостик, крысиный. Вот такие сегодня у меня глаза. Вот такие стрелочки. У меня карандашик остался вот такой. Я давно им не красилась. Это просто я себе купила тушь. Вот такую голубую. И сделала себе стрелки. У нас дали интернет в 11 часов. Вот, я туда звонила. Строго с ними разговаривала. А потом сказала еще хорошего дня. Они сказали, когда там какая-то серьезная причина была. В общем, на сутки вот не было интернета. Ну, бывает, наверное. Что ж теперь сделаешь? Зато все отдохнули. Все выспались, наверное. У кого, конечно, телевизор от интернета. Вот. И, в общем, мне нужно купить карандашик. Карандашик вот истерся. Не хочется его как это показывать. Ну, вот столечко осталось. Такого карандаша я, наверное, не найду. Да, теперь и по названию даже он уже как бы сточился. Вот. Хочу купить себе фиолетовую тушь еще. Потому что у меня есть фиолетовые тени. А голубые с фиолетовыми как-то не очень-то. Вот. Вот. Поэтому. У нас ветрище на улице. Собралась на кладбище.